Полезные для здоровья напитки и шейки. Добро пожаловать. И меня зовут Лазло. Человеческий организм нуждается не только в витаминах, но и в минеральных веществах. Красная свекла является превосходным овощем, способным восполнить недостаток этих важных компонентов. Свекла придает напитку красивый темный цвет. Добавим немного апельсина. Превосходно. А теперь мы заливаем все это 100% персиковым соком. Поверьте, это один из моих любимых напитков. Свекольный напиток, 200 граммов красной свеклы, один большой апельсин, персиковый или имбирный сок по вкусу. Сейчас я снова приготовлю смесь, способствующую улучшению пищеварения. Она называется овощной коктейль. Ингредиентами для него будут огурец, редиска и груша. Для этого коктейля лучше всего подойдут груши сорта Уильям. Постарайтесь достать их. Редиска. Сладкие груши сорта Уильям. Отлично. Советую пить этот напиток также охлажденным. А чтобы его украсить, воспользуйтесь маленькими кусочками редиски. Примерно так. Наконец, напиток готов. Он выглядит крайне привлекательно. Давайте его немного перемешаем. Положим соломинку. И прошу вас, пейте на здоровье. Овощной коктейль.
Половина свежего огурца, две большие груши, 6 красных редисок. Итак, сейчас я хочу представить вам настоящую витаминную бомбу. Ее главным компонентом снова будет брокколи. Напиток очень богат витаминами группы В и С. Я снова воспользуюсь соковыжималкой и положу сначала грушу. Думаю, для этого напитка будет достаточно одной целой груши. Всегда используйте только свежие овощи и не забывайте тщательно промывать их. Я разрезаю брокколи. Стебель, листья, все его части полезны для здоровья. Если бы вы только знали, какой непередаваемый аромат здесь стоит. Хорошо, что в наши дни эти овощи можно приобрести практически на каждом шагу. В любом супермаркете мы старались выбирать именно те овощи, которые широко доступны в течение всего года. Нам понадобится немного винограда. А для украшения мы положим наверх немного виноградин. Это просто взрывная смесь витаминов. Витаминная бомба с брокколи. 150 граммов брокколи, одна зрелая груша, 200 граммов винограда, половинки виноградин для украшения и лед.